книга пророка Михея, глава 5. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому наставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Нимврода в самых воротах ее. И он то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих, и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны».